Как из плохиша стать хорошистом? Итак, смотри, статус безопасности минус 1,5. Это можно посмотреть вот здесь, сюда, тырк, здесь смотришь. Либо, если на кого-то наводишь, можно увидеть вот здесь. А дальше делай, как я, и у тебя все получится. Так, дальше заходим в марк, тырк, товары, тырк, идентификаторы безопасности. И покупаем вот это вот. Дальше на карту тырк, сюда тырк, заходим в службы, выбираем отделение службы контроля, соответственно, сюда тырк. И видим, раз, ну и вот здесь. Короче, полетели ближайшие. Итак, прилетели на станке вот такая вот фигнюлька, на нее тырк, открылось такое окно, и здесь ты увидишь, сколько тебе нужно вот таких фигнюлек, то есть у тебя должен быть запас вот этих, и дальше вот так вот тырк, нужны таги и бабло, ну как же, без бабла никуда, дальше сюда тырк, и вуаля, ты белый и пушистый. А если не понял, смотри полный гайд на канале, в описании будет ссылки на видосик.